Приспособление к обстоятельствам. На стене написано «Гибкость – ваш главный ресурс». Запомните одну простую вещь. Коронавирус сейчас находится на высшей точке эволюции, в принципе, в мире, потому что это организм, который отработал главные, самые классные принципы адаптации. То есть кто-кто неврозом не заболеет, так это вирусы и бактерии, и животные. Потому что когда у вирусов, у животных меняется среда, меняются обстоятельства, возникают иммунные клетки, меняется экология, меняются обстоятельства питания, меняются какие-то другие факторы, животные и вирусы что делают? Они не обращаются к, мать его, неокортексу и говорят, а как это будет интерпретировано нашими, значит, львами? Коронавирус такой, как это так? Значит, 3000 миллиардов в 10 степени комбинации мутаций, ну его нахер, зачем это надо все делать? Нет. Животные вирусы, они не обращаются к неокортексу, понятно, по каким причинам же их там нет. И поэтому они спокойно начинают искать что? Решение. Они принимают, как в стоике, животные и коронавирусы лучшие стоики в этом смысле. Они принимают по факту события, они его не оценивают, они под него подстраиваются. Поэтому, когда я услышал песню «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», я бы это написал на психиатрической больнице. Потому что это верный путь к невротическому расстройству и к выпилу, и к алкоголизму. В принципе, судя по всему, оно так и есть. Вот. А потому что вот это «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», это очень круто звучит в неокортексе, это прям слоган жизни. Правда, этих людей потом либо лечат от наркоалкозависимости, либо от неврозов и депрессии. Потому что они стойко не прогибались под изменчивый мир, и, кажется, их прогнули все-таки только уже в другом месте.